Всех приветствую, народ, с вами Блокмаркет, и сегодня хочу показать экономическую игру с выдавлением денег без баллов кэшпоинтов, на которой зарабатываю, называется на Мегаполис. Я сюда вкладывал 1000 рублей с самого первого дня и неплохо так подзаработал уже. Игра работает 109 дней и все время стабильно выплачивает. Участников здесь 200 тысяч человек, огромный резерв, и строите свой город, получается, снимаете выручку с построек таких вот, и вот эти деньги в свои электронные кошельки. Здесь открытая статистика, видим последние выплаты. Проект развивается, здесь можно неплохо подзаработать. Еще здесь нашел баг в этой игре, сегодня про него расскажу. Я, получается, лазил в официальной группе Мегаполиса, вот можете перейти в нее. И здесь люди спамят то, что есть такая интересная группа ВКонтакте, называется «Взломы и баги Мегаполиса», где можете получить интересную штуку, это у вас будут деньги капать в 3 раза быстрее на ваших зданиях. Я думаю, дай-ка я проверю. Получается, вот люди получают выплаты, баланс у них увеличивается, в 3 раза быстрее капает прибыль, стоит четко. Получается, надо сделать несколько действий простых, это купить здание. Здание необходимо для того, чтобы бакс работал. Почта дается, подарок у вас. Нужно купить 2 супермаркета, 2 госпиталя, 1 банк и 1 отель. После этого прибыль всех зданий начнет идти со скоростью в 3 раза. Я полностью здесь еще на 1000 рублей пока что, и сегодня буду докупать здание. Переходим в мой город. Вот такие постройки у меня, получается, есть. Давайте соберем сразу с них прибыль. Я уже множество раз в этой игре выводил. Так, собрать. Окей. Есть у меня 1000 рублей. Я вот полностью. Также можете пополнить этот баланс. Нажимаем «Пополнить». Выбираем платежную систему, сумму и пополняем. Внимание с пополнением 10 рублей всего. И уже можете начать играть и зарабатывать. Так, давайте еще раз глянем, что нам нужно купить для того, чтобы бакс работал. Супермаркет 2 штуки и госпиталь 2 штуки. У меня хватит пока что только на 1 супермаркет и 1 госпиталь. Так, переходим обратно, покупаем здание. Так, супермаркет, отлично, и госпиталь. Так, все, я приобрел 2 здания, переходим в мой склад. Их нужно поставить. Так, нажимаем, ставим, и второе здание поставить. Окей. Теперь получается, что бакс работал, мне нужно купить еще 1 супермаркет, 1 госпиталь, 1 банк и 1 отель. И бакс работает, и у меня деньги будут капать в 3 раза быстрее. В следующих обзорах я еще докуплю зданий, так что на этой игре можно заработать. Еще есть баг. Я думаю, это неплохо. Вы потом сможете денежку вывести, нажимаем вывести, выбираем платежную систему, вбиваем, получается, сумму и выводим. Я здесь уже множество раз вводил, заходим в мой профиль, хочу показать все выплаты мои. Так, выплаты. Вот их много, все успешны. Также есть партнерская программа, заходим. Она здесь 3 уровня. 5% от первого, 3% от второго, 1% от третьего. Здесь вообще ссылки для причинных людей и такие красочные баннеры. То есть приглашаю друзей в игру, будет зарабатывать еще больше. Так что такая интересная игра, на которой можно неплохо подзаработать. Всем советую. Используйте баг. В следующий обзор я буду покупать новые здания и покажу, как этот баг работает. Так что всем удачи и всем пока!